құрметті әріптестер, сіздерді кәсіби мерекеміз мәдениет жұмыскерлер күнімен құттықтаймын. Біздің тәуелсіздік Қазақстанымыз биыл өзінің 30 жылдығын тойлап отыр. Осы шеңберде біз де өз кәсіби мерекемізді тойлаймыз. Дорогие коллеги, я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником Днем работника культуры. В рамках 30-летия независимости Республики Казахстан мы празднуем свой праздник. Работники культуры вносят свой вклад в развитие нашей страны, потому что культура – это одно из направлений нашего благополучия, стабильности нашего государства. Я поздравляю вас всех с праздником, желаю творческих успехов, благополучия в семье, на работе. Будьте счастливы! С праздником! Мы все вместе! Виват культура! Виват! Құрметті әріптестер, баршаңызды келе жатқан 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жұмыстарыңызға табыс, отбасыларыңызға береке, тек қана өнердің биік шыңында көріңіздер деген тілектемін. Уважаемые коллеги, работники культуры, поздравляю вас с профессиональным праздником День работников культуры. Культура – это огромный пласт жизни каждого общества. Именно культура является связующим звеном между прошлым и будущим. Желаю вам в вашем нелегком прекрасном труде оставаться талантливыми, творческими, креативными людьми. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд во благо жителей нашего района. Вы даете радость встрече с искусством, знакомите с миром книг, сохраняете историю нашего района. В это нелегкое время желаем вам и вашим семьям здоровья. С праздником! Дорогие коллеги, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником Днем работника культуры и искусства Республики Казахстан. Мир немыслим без культуры, без кино, библиотек, театров и архитектуры, где бы был ты, человек. Без хорошей на ночь книги, без концерта выходной, без Чайковского и Глинки. Как возвысился б душой! Без служения искусству, гуманизму, красоте в нашем сердце было пусто. Мы бы жили в темноте. Не дадим погаснуть свету, пусть горит он много дней. Пусть осветит всю планету твое пламя, Прометей. Дорогие уважаемые мои коллеги, работники культуры, библиотеки, музея, районного дома культуры, конечно же, отдела культуры нашего района. От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Желаю вам всего-всего самого доброго, светлого, мира в ваших семьях, здоровья, новых творческих успехов, новых достижений, новых проектов, чтобы в наших учреждениях культуры всегда были люди и им всегда было интересно. Спасибо вам большое за вашу работу, за сотрудничество с вами, за помощь в наших мероприятиях и за то, что мы всегда работаем вместе. Спасибо вам огромное. Коп-коп Рахмет, сау болын ыздар. Уважаемые работники культуры и библиотечной структуры, я от лица системы здравоохранения хотел бы поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Хотел выразить слова благодарности вам за ваш труд, за то, что вы делаете, даря радость нам, в частности, вот, и всем жителям нашего района. Хотелось бы пожелать вам самое главное крепкого здоровья, вашим близким, родным, вашим семьям, вот, исполнения, наверное, желаний, терпения, вот, достатка, вот, мира, добра, тепла в ваших домах. Вот, мы вас искренне от всей души поздравляем. Праздником. Коллектив АО «Казахтелеком» поздравляет работников культуры с профессиональным праздником. Хотим пожелать работникам культуры крепкого здоровья, благополучия и стабильности. Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие и взаимодействие. Дорогие работники культуры Денисовского района,
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем работника культуры. В культуре нет случайных и равнодушных. В ней остаются лишь талантливые, великодушные, преданные своему делу люди. Именно вы, люди с безграничной фантазией, делаете наш мир лучше, чище и добрее. От всей души желаю вам творческих успехов, вдохновения, самых смелых идей и проектов. Пусть ваша безграничная доброта, энергия, любовь к людям творит добро. Доброго здоровья вам, счастья, оптимизма и благополучия. С Днем работника культуры! Поздравляем вас, друзья! Творческие вы натуры, нам без вас никак нельзя. Пусть прекрасные идеи воплотятся ваши все. Пусть преследует в работе непременно вас успех. Мединет қызметкерлері, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сіздің қызықты жұмысыңызда сәттілік тілейміз. Мединет мемлекеттің өмірін ажырамас бөлігі. Сіздің еңбегіңіз ешқашан назардан тыс қалмайды. Және болашақ ұрпақ үшін мәдени мұраны сақтауға мүмкіндік береді. Сізге денсаулық, үлкен жетістіктер және үлкен жеке бақыт тілейміз. Поздравляем! Thank you.
Hello.
Thank you.
it sabrınan tam pazar besi be pobaci vajdana Oh,